Прожиточный минимум в Якутии увеличился. Это было отмечено на очередном заседании правительства республики. Таким образом, за второй квартал прожиточный минимум увеличен в целом по республике на душу населения и составляет на сегодня 16 095 рублей. Кроме того, члены правительства рассмотрели указ главы республики о единовременной материальной помощи малоимущим семьям. Выплату можно будет получить до 1 января 2017 года. Заявки от населения принимаются до 1 декабря текущего года. Оказать единовременную материальную помощь семьям, имеющих детей, в размере одного прожиточного минимума на ребенка. Для примера вам могу сказать, что если семья имеет трех детей, из расчета существующих норм она может получить от 45 до 54 тысяч рублей в виде единовременной помощи для того, чтобы выйти из крайне бедственного положения. Эта мера временная, она будет действовать до 1 января 2017 года.